удивил такой вот смерч на судозаводе в августе месяце 2021 года. Погода сухая, ветерок дул, ветреная такая. И смотрите, как закрутилось настоящий столб. Часто можно видеть вот на таких пространствах полузакрытых, как ветер подует и пылюка так закручивается. А тут ветер разгулялся, где-то что-то отразилось и даже куски вот так вот потянуло. Как настоящий большой такой полевой смерч. Ну так вот оно, все это физика чистая. Закручивание воздуха, завихрение. Ну а в конце гляните на настоящий смерч, какие они уже гигантские и внушительные.